Сейчас я вам расскажу, как правильно сносить джиг-головку. Джиг-головку виброхвостом или твистером. Берем виброхвост или твистер, обязательно меряем по джиг-головке, чтобы примерно крючок выходил в этом месте. То есть 2/3 примерно тела. Вот оно там должно быть. Дальше берем и аккуратненько продеваем. Примерно место наметили, где должен выйти. И вот так вот заводим. Все. Джиг-головка оснащена, можно ловить рыбу. Обязательно по размерам должны подходить они. Джиг-головка с твистером и виброхвостом.